Открытие. Открытость. Открытость. Окей. А что значит открытость? То есть легко войти, да? Ага. Всегда лояльность. Лояльность. Новое. Да. Новые какие-то возможности. Новые. Хорошо, да. В жизни всегда есть место открытию, да. С другой стороны, вот, что это такое, да? Что это для меня как. Да, о чем? Ну, хорошо. Ну, то есть я могу в путешествие съездить, там S7, возможно, можешь сказать себе, можно открыть. А вот в чем открытие в банке, я пока вот. Просто ты у тебя немножко подмен понятия происходит. Ты слоганы, то есть ты спрашиваешь обещания, а выдаешь слоганы. Мы еще на коммуникации посмотрим, но дальше. По сути, слоганах и... Брейн-ринг такой. Не, ну а зачем тогда слоган? Бренд-ринг, окей. Если они ничего не сообщают, просто как красивое слово, которое там... То есть это же должно какое-то сообщение нам доходить. Тиньков. Мобильный доступ. Такой один. Один. Мобильный. Везде доступ. Дальше 10. Да. Ага, да. Дальше 10 будем мы. В принципе, неплохо, да. Все, мы не задали. Ну и последний Газпромбанк. А кстати, он, по-моему, что-то там по. Вот, вот о чем говорит. Качает, да? Качает. Качаю ваши деньги. Ну, по сути, в масштабах страны в интересах каждого. Мы большие. Вот, но поскольку Альфа-банк у нас по результатам АБКР голосование занял.